Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу показать вам вот такую фигурку динозавра, которую я делала на закрытом уроке. Эту фигурку вы также сможете сделать, если приобретете данный урок. Для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как платные, так и бесплатные уроки. Да? Платные уроки проходят в закрытом режиме, и все они, конечно же, продаются, их можно приобрести. Для этого вам нужно написать мне в любую соцсеть под видео, после чего я вам вышлю реквизиты, после оплаты вы получите ссылку на урок. Итак, фигурка весит данная 300 грамм, по высоте она приблизительно 14 сантиметров, в длину где-то в районе 21 сантиметра, может чуть-чуть меньше. Вот такая фигурка у вас тоже обязательно получится, если вы приобретете данный урок. Ну что ж, не буду вас томить, надеюсь, что данная фигурка вам понравилась и вы поставите ей свои лайки. Также я, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все, всем пока-пока.